Здравствуйте, сегодня распакуем наклонную бытишку. Посмотрим, какая у нее коробка. Коробка большая. Бытишка тяжелая. Так, что у нас указано на этикетке? Кухонная вытяжка Zwina 600 White. Бренд штоф, электрохарактеристики, вес, освещение, 2 лампы по 2 Вт, потребляемая мощность 192 Вт, число скоростей 3, производительность мотора 900 метров кубических в час, уровень шума 49 дБ. Сделано в Европе. Посмотрим, что у нас внутри. Внутри вытяжки мы видим белоснежно-белый короб, сразу в глаза бросается. Он двухсоставной, двух частей, телескопический. Далее идет инструкция по установке и эксплуатации кухонной вытяжки. В комплекте будут еще идти 2 лепестка обратного клапана, пульт дистанционного управления и планка крепления второго короба. Вытяжка у нас переложена дополнительно картоном. По краям мы видим, еще дополнительно идет пенопласт, чтобы вытяжка при транспортировке не разбилась. Переложено очень хорошо. Посмотрим вытяжку. Вытяжка дополнительно идет в пакете. Полиэтиленовым. Выполнено в белом стекле, смотрится очень интересно. Но про более подробные характеристики мы вам расскажем в следующем видео.